дома вышел человек с дубинкой и мешком, и в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком. Он шел все прямо и вперед, и все вперед глядел. Не спал, не пил, не пил, не спал, не спал, не пил, не ел. Не на телеге, не верхом, а просто так пешком. Из дома вышел человек с дубинкой и мешком. Он шел все прямо и вперед, и все вперед глядел. Не спал, не пил, не пил, не спал, не спал, не пил, не ел. Но вот однажды на заре вошел он в темный лес. И с той поры, и с той поры, и с той поры исчез. Не заплутал, не утонул, а просто так исчез. Когда однажды на заре вошел он в темный лес. Пешком, но если как-нибудь его случится встретить вам, тогда скорей, скорей скажите нам, скажите нам, скажите нам, скорей скажите нам, лишь только как-нибудь его случится встретить вам.